«Начнем учебный год без долгов». Именно так называлась акция, которую управляющая компания «Лидер» Петропавловска проводила в сентябре этого года. Условия были простые. Участником акции мог стать любой житель, оплативший в течение сентября задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Итоги подвели 25 октября. С помощью генератора случайных чисел из 2235 лицевых счетов выбрали одного победителя. Выбор победителя мы произведем сейчас при помощи генератора случайных чисел. Переходим в наш генератор случайных чисел. Вот показываем, все обнулено. Вводим диапазон наших участников розыгрыша от 1 до 2235 номера. Нажимаем сгенерировать. Победитель — это лицевой счет, которому присвоен порядковый номер 1024. Возвращаемся в нашу таблицу и ищем, какой же лицевой счет у нас оказывается под номером 1024. Под номером 1024 лицевой счет 585-1393. Победителя акции ждал новый смартфон. По итогам конкурса «Начнем учебный год без долгов» был выявлен победитель Павел Игоревич. Мы его пригласили к нам в офис нашей управляющей компании «Лидер» для торжественного вручения подарка. Павел Игоревич, вручаем вам ваш приз. Спасибо вам большое. И отдельно хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы являетесь добросовестным плательщиком услуг ЖКХ. Не допускайте просроченной задолженности. От лица всего коллектива управляющей компании «Лидер» мы благодарим вас за это. Спасибо. Я слышал про этот конкурс. У нас на досках информационных висят объявления, все написанные, распечатанные. Подходим, читаем, интересуемся. Позвонили неожиданно, сказали, что вот вы стали победителем. Приятно, неожиданно. Большое спасибо коллективу управляющей компании за хорошую работу, за то, что дворы чистые, подъезды чистые, и все хорошо выполняют свои функциональные должностные обязанности, так скажем. Добавим, что управляющая компания «Лидер» и в дальнейшем планирует проводить подобные акции. Всю информацию о них жители Петропавловска смогут узнать из оборотов квитанций и информации, размещенной на информационных досках в подъездах.